Решили сделать тут стейки, а на улице начался Армагеддон резко. Да, чтоб молния шандарахнула. А? Ого! Вот это да! Вот поэтому надо закрытым делать вот эту. Чтоб сидеть можно было. Все, да? Да не, нормально, наоборот, прикольно. Сегодняшний денек. Какие задачи были сделаны? Оля докрасила здесь забор. Посмотрите, как классно все это дело смотрится. На это не обращаем внимания. Это все хламчик, который выкинется. Тут еще сейчас докрасим. А так в целом очень-очень красиво, стильно получается. Можно сказать, даже гламурно. Зеленый цвет на фоне шоколадного вообще круто смотрится. Вот здесь и сейчас вот там. Ну, так себешная тема. И вот Оля сейчас там начала красить забор. Посмотрим, как будет смотреться в той части. В общем, в целом получается очень красиво, уютно. Не зря мы купили эту краску и начали красить. Так, сейчас покажу, что я еще сделал. Кёрхером помыл весь двор. Потихонечку начинаем зачищать все лишнее с двора. Делаем все, конечно, поэтапно. По мере, как бы, не знаю, важности, что ли. Сейчас вот здесь вот Оля уже начала красить. Всем привет. Что рассказываешь? Все подряд, что происходит у нас. Тем временем растет ива и все растения, в общем. Подсолнухи, цветочки вылазят. Все нормально. Начинаю красить, дождь начинает капать. Да, он не мешает, он такой грибной дождик. И я еще сегодня весь день с утречка занимался гаражом. Только что кёрхером зачистил все с пола. Тут бетонный, короче, пол, заливка. Но он чуть-чуть заляпался краской. В общем, стройматериалы всякие были здесь. С полом я подумаю, что еще сделать. То ли мы его покрасим, залакируем, то ли просто залакируем. Сегодня докрасил все мелочи, которые были. Также зачистил все светильники, потому что штукатурку делали, они заляпались. Красили, тоже заляпались. Ворота помыл. Все вот эти вот штучки закрасил. Вверху еще вот дошпаклевал, где не доделали гребаные работники с понтом дела. Штукатурщики, блин, хреновы.
Тут тоже кусками, вот понимаете, сделали, вот кусок отвалился, там отвалилось, тут что-то отвалилось, блин. Проще было мне, наверное, все сделать, все. Сам, когда делаешь, вот всякие мелочи, стоишь, копошишься, твое, потому что... В целом, в общем, нормально. Не могу сказать, что сделали идеально с сыном вместе. Но это гараж. Подоконники поставили. Где нужно было, зашпаклевали, загрунтовали, закрасили. Все, теперь все чистенько, аккуратненько. Теперь думаю, как сделать потолок. То ли здесь USB сделать, то ли сделать вагонкой, то ли еще как-нибудь, то ли вообще ничего не делать. В принципе, и так неплохо. Но все-таки хочется, чтобы гараж тоже стал такой вот уютненький. Неохота, чтобы он оставался, ну, типа гараж или сарай в таком формате. Охота все заделать. Зашел здесь. Из дома прям хочу так сделать, чтобы сюда прошел босиком. Ходишь, в общем, как дома. Прошел здесь какие-то инструменты, что-то лежит. Все хостовары, какие у нас есть. Все, короче. И аккуратно, чистенько ушел. И не так, что зашел сюда и обломался, что здесь, блин, гребаный гараж. А зашел и не обломался, а также уютненько, чистенько прошел. Вот. Сейчас гараж сделали. Сейчас полы доделаем и, наверное, с потолком что-то. Весь инструментарий, в общем, все, что было, пока вот сюда завалил. Как только здесь все сделаю, все переместим. Здесь у меня шкафы есть. Шкафы выставим. И все, начну распределять по шкафам. И здесь тоже заштукатурю, закрашу в белый цвет, сделаю полочки. Здесь больше у меня будет, где будет лежать все для машины. Ну и местечко, где электричество, генератор, елочка. В общем, вот в этой части расположится всякие разные там инструменты тоже. Ну а теперь пойду пить чай, потому что очень сильно пить охота. Тем временем Оля под дождем. Она безбашенно дождь полезный, красит. Полезный, тоже нужен. Ну. А с другой стороны, прикольно то, что ты красишь, и вот этот запах смывается дождем. Может быть, ты не так сильно будешь это нюхать. Или, возможно, сейчас унюхаешься. Короче, Оле нравится это все. Да. По-моему, я сегодня уже унюхалась. Ну. Я думаю, будет круто смотреться. Ты его сейчас уже красишь, уже видно, что уютненько будет. Вот этот цвет почему-то вот железками сарай напоминает, обламывает. А вот здесь посмотрите, как красиво. Это еще один слой, будет еще второй. Да. В общем, докрасим, покажем. Давай, Оля! Что? Вытаскивай хлеб. Зачем ты меня позоришь? Оля сделала эксперимент, еще один вид хлеба. Посмотрим, что получилось в этот раз. Какая-то новая формула. Это как профессоры. Делают какие-то новые формулы. Оля, теперь формулы всяких разных хлебов. Такой вы точно еще не видели. Да. Чё? О, мягкий, выглядит, да? Офигенно. Да. В общем, Оля хотела сделать маденкаж, да? Я не знаю, что я хотела сделать. Я просто не хотела месить тесто. В общем, это без замеса. Да.
Я ничего почти не делала. Я, короче, сразу туда дрожжи, там теплая вода, сахар, соль и мука, все ложкой замешала, поставила, тесто поднялось, подсолнечным маслом сверху обмазала, вытащила и вот так вот. Сюда. И все. Да. Короче, минимум каких-то действий, чисто Олин эксперимент. Посмотрим сейчас, что получится. Это ленивый хлеб. Да, если этот ленивый хлеб будет вкусно, тогда можно и так вот лениво и делать. Ну, он хлеб просто делается вообще быстро. Ну, сейчас что, разрежешь? Сейчас достать нам. Сейчас попробуем это все дело разрезать и показать. Надеюсь, что он будет. Так, давай я подержу. Так, пошло так. Что-то пошло не так. Может, там масло надо было больше или на какую-то штучку ложить. Возможно, все прекрасно. О, хрустит. Так, давайте посмотрим, что там на обороте. Да вообще офигенно. Еще и, ну-ка, Оль, тихо. Послушаем. Хрустяще. Вот. У нас подставочка для хлеба прям. Ах, как пахнет. Ну-ка давай разрежем, попробуем. Что у нас получилось? Сегодня очень жарко. Сегодня пипец жара какая. Давай. Режем. Не жалей. И муки сюда, кстати, меньше я положила. Ну, так. Сейчас попробуем приподнять. Ну, смотри, такой, да? Только сделай упор, чтобы я взял. Прям получился настоящий маднакаш. А смотри, какой он пористый вышел. Прям этот. Здесь меньше муки, вот я их. Как нужно. Так как нужно. И его я не вмешивала, получается. Ну давай-ка я хочу попробовать Олин хлеб. Вкусно, очень вкусно пахнет. Горячий, аккуратно. Он мягкий, прям. Я думаю, если у нас остынет, он будет прям то, что нужно. Яночка, не шуми. Сейчас я попробую один кусочек. Мне даже так. О. Получился. Вот. Отжимается. При том, что только что вот из печи, можно сказать, да, вот. Сейчас, подожди, мелочка. Вот, так сделал, да, вместе будем пробовать. Сейчас посмотрим. Вот этот мякиш, прям то, что нужно. Сейчас он остынет, будет вообще супер. Вкусный. Супер. Вообще офигенно, прям настоящий этот маднакаш. При том, что горячий. Как желе кого-то. Нет, он сейчас должен остыть, но он только что вот из печки. А тут видно, что пористость, и все нормально. Сейчас вот это застынет, будет супер просто хлеб. Попробуй корочку. Как чипсы. Настоящий вкусный, очень вкусный хлеб. Прям лепешка настоящая. Отличается, кстати, от того хлеба, который ты до этого делал. Ну, тут, получается, нужно вымешивать, и он такой тот плотный. Плотный, у да. него вот этот воздушных вот этих вот пористости меньше. Угу. Вот. А здесь он пористый, получается такой. Ну, получается, прям... я его вообще не мяла руками. Ну вот, прикольно. Просто переложила. Вообще не надо мять, и получается, видите, да, вот какие вот да. с дырочками. Это то, что нужно. А еще знаешь, что можно сделать выше? Чтобы он не был так здесь высоко, здесь низко. Мне кажется, это форма нужна. А, ну или форму тогда, да, чтобы он. Он растекается. Не, он растекается, потому что тесто такое очень гладкое.
И когда да, потому что видишь здесь, здесь толще, здесь меньше. Ну, в принципе, и так прикольно. Вот сейчас уже прикольно, вот как это макаешь, вот, отрываешь. Там буквально час, вот и готово все. Не замеса, ничего, как бы просто. Офигенно, да, но? Намесила. Да. Короче, Оля, получилось. Это как чипсы грызть можно. Да. Интересно, в силиконовой формочке получится, нет, чтобы он в форму эту принял? Получится. Вообще классно получилось. Вот начинает остывать, и вот настоящий. Ну-ка, покажи еще. Вот. Можешь еще порезать корочку? Вот. Иди кушай. Буханку, доченька. Так, горяченько. Во! Ах, офигенно просто. Ну, такого хлеба надо много, наверное, делать, и это просто будет улетать. Ну да. Очень быстро. Ну, это так вот, утром, например, вот у нас не было хлеба. У нас вообще хлеба нету. Так что Оля очень круто проэкспериментировала. Я думаю, что у нас прям получилось. Очень даже получилось. Нормуль? Потом отдельный ролик еще снимем, как что-то делала, покажем. Вообще вкусно. Да. И муки меньше уходит. На улице 29. Тридцатка, короче, жара. В Краснодарском крае вообще 50. И постоянная смс-ка приходит, что аномальная жара. В общем, такое ощущение, что у нас скоро будет, наверное, Африка. И мы сможем выращивать, наконец-то, апельсины. Но для людей, конечно, это непривычно. Но лучше, чем холодно. Хотя бы лето похоже будет на лето. И вот это... Заранее уже говорили, еще зимой, что лето будет очень жарко. Вот так и есть. Действительно, лето очень жаркое. Но и у нас в Башкирии с перепадами бывает. Может, завтра я буду в куртке, в шапке ходить и говорить, блин, что происходит. А сегодня дышать просто нечем. Короче, на улице происходит какая-то жесть просто. Петя, ты позвони детям, что окна закрыли, дождь нальется сейчас. Нет, туда не попадает нам. Попадает. Надо не перепалить. Смотри, как крутит, да? Прошелся, короче, дождик. Просто, блин, великолепный. Давно такого не было. И вот смотрите, какая прозрачная водичка здесь. Растения сейчас просто от радости, наверное. Праздник у них. Сколько я здесь живу, такого дождя у нас не было. Прям Армагеддон. Зато все прям пролилось. Очень-очень максимально хорошо. За счет вот таких дождиков, вот смотри, вчера вот растения были вот такие маленькие. Дождик пошел, смотри, какие стали за один день. Угу. Просто когда успевают расти там. Они ночью растут всегда. Ну, только после дождя, после обычной поливки вот ну, этого шланга. Растения всегда ночью растут, но... по сути.